На 80% сократилось количество ломбардов в Казахстане. Лицензированных на сегодня по стране осталось всего 608. Это вдвое меньше прошлогодних показателей. Такую статистику приводит Национальная лига ломбардов Казахстана. Причиной резкого сокращения их деятельности стали частые нововведения и поправки в законодательстве. В частности, повышение требований по капиталу. К примеру, уровень дохода ломбардов областного и республиканского уровней должны быть не менее 70 миллионов тенге в год. В населенных пунктах этот показатель не должен быть ниже 30 миллионов тенге. И для многих предпринимателей эта сумма оказалась неподъемной. В нашей области действует 152 ломбарда. В основном они предоставляют услуги микрокредитования. За счет их деятельности в налоговые органы поступило более 9 миллиардов поступлений. И эти цифры лишь за прошлый год.